Сегодня у нас ответственное мероприятие, как вы поняли, как всегда, поход в Третьяковскую галерею. Рассчитываем, что там будет тоже толпа людей. Вот, не знаю, что там нам удастся посмотреть, но надеемся сегодня прикоснуться к великой культуре, да, дочь? Да. А то у нас Юляша же художник, а художников пока еще мало знает. Небольшая очередца. Да, картина Перова Никиты Пустосвят. Уже очень много впечатлений. Тут трудновато, впереди еще, наверное, больше половины. Сейчас быстренько колопом по Европе посмотрим. Вот, на первое прикосновение к Третьяковке у нас уже получилось. Триптих вот так, как это Марта. Вот он, видишь, триптих. А то с другой стороны надо искать. Врубель. Фауст. Триптих. Тоже. Михаил Врубель. Да, вот. Принцесса Грёза. Египтянка. Михаил Врубель тот же. Силы нам хватило далеко не на все. Немножко сократили нашу программу, но в целом впечатления очень большие. Дочке понравилось. Рассмотрели все сюжеты, познакомились с художником. Очень интересно. Договорились, что в следующий раз придем, продолжим с первого этажа, который мы уже пробежали практически не глядя. Мне очень понравилось. Разные картины, разные сюжеты. Интересно, конечно, на самом деле, да. Ты погружаешься в каждую картину, это целый отдельный мир, какой-то отдельный сюжет, удивительная целая история. Это, конечно, классно, нам понравилось. Очень интересно. Фу, как говорится, мы сделали это. Силы нет, честно говоря, голова перегружена впечатлениями и эмоциями, но в целом очень довольна. Рада, что выбрались, а то давно собирались сюда, и все как-то не было, то есть сил, то времени. Интересное архитектурное сооружение, смотрите. Сюда имплементированы сюжеты из Третьяковки. Красиво. Это какой-то бизнес-центр здесь, навороченный. Можно здесь по мосту пройти, в пешеходную, тебе понравится? Да. На Болотную набережную. Да. Там тоже, кстати, красивые скульптуры будет увидеть. Погнали дальше. Пойдем?
Вон этот бизнес-центр весь в картинах, видишь? Да. Интересный, да? Ну и кто? Не написано. Я ангелочек. Покажи, какой надо взять. Вот этот. Да, это классно. А еще. Вот этот. Фиолетовый. Какие чудовища, да? Ну, все со свинячьими рылами, видишь, наживаются на воинах и на детях. Решили с Юляшей сделать последний бросок и дойти до метро через Красную площадь. Ну, виды красивые, да? Дочь устала, но не сдается. Пошли, пройдем здесь. Да, вот всяких преступников здесь обрабатывали, дочка. Обрабатывали, да. Включая Емельяна Пугачева. Где вот эта линия начинающаяся? Какая? На Красной площади. А что за линия? А, нулевой километр? Да. На том конце сейчас увидите. Призраков сейчас будет. Призраков, да, здесь должно быть богато. Вот об эту штуку, да? Вот сюда клали, да, и вперед. Жутко, да? Пошли. Под ноги гляди. Да, уж точно. Лапочки поставили однажды на Новый год на Никольской улице. Я думал, что их уберут, но они так прижились, что стали символом Москвы. И хорошо, если все время светится, да, особенно вечером. Пойдем, дочь. Так, пошла спиной вперед. Главное генерировать контент, а там топчи всех на свете. Юляша хотела нулевой километр, вот мы пришли. А работает этот? Вот, липкое щупальце работает, дочь, нормально. Иди, иди, подойди. Кидать не надо, просто постой. Все, беги обратно. Какие тут звери? Тигр. А это кто? Это дубоносик. Нет. Ой, не дубоносик. Смотри, он какой-то морской, и клюв у него хищный. Да, я забыла. Так, здесь дельфины. Козел. Здесь козлатуры. Это горы, орел. Да, какие-то? Северные. Это орел. Это тетерев. Тетерев? Да, или глухарь. Это бизон. Ну, зубр, да? Ну, да. А это змеи, видишь? Это не совы. Ясыть. Это не ясыть. Ну, какая-то сова. Нет, там не видно. Ну, не видно, что это не ясыть, дочь. А топчешь ты кого? Тюлени, да? Нет, туда выдрачки. Нерпы или тюлени? Пошли. Кобру не назвали. Бригада в наличии, но ей что-то тебе ничего не перепало. Угу. Сейчас подойдем, кто-нибудь сможет бросить. Не туда бросил. Все, всем на связи, пока.